Юнаким была не то чтобы неожиданной, но после короткой программы не выглядела 100%. Но как только она прыгнула свой первый каскад 3-3 и сделала несколько таких элементов, которым даже мужчины могли бы позавидовать, остальным участницам пришлось склонить голову. Корейская спортсменка Юна Ким. Победа практически в одни ворота. Не хватило разве что персонального рекорда. Так как она не прыгнула луц, то вот как раз этих 6 баллов-то и не хватило для общего рекорда. А так, в произвольной программе она добилась нового достижения.
Чудесная спортсменка Юна Ким. Бронзовый призер чемпионата мира. Девушка, которая прогрессирует с невероятной скоростью. Ну и заключительный номер в этом шоу исполнят, конечно же, местные герои.